Мне прям стыдно с тобой. Больше не пойду. Слушай, она Лена, танцует, как мешок картошки. Мне кажется, что у Сережи больше шансов снять этого мальчика, чем у нее. Привет, что пьешь? Привет. Пока ничего. Спасибо. Спасибо. Держи тебе. На эту ситуацию я, наверное, не обратила бы внимания, потому что, ну, всегда можно сделать вид, что не очень-то и хотелось. Но меня удивило другое. Как на это отреагировали мои друзья? Честно, вот только не обижайся, хорошо? Ну, все хорошо, ты поменялась внешне, то есть и новые наряды, и выглядишь очень хорошо, кстати, между прочим. Совсем другая стала, в лучшую сторону. Вот тебя, если переодеть в мужика, вот отличить мужчину и женщину невозможно, потому что у тебя поведение мужское. Тебя, вот, например, когда ты танцевала, вот эти вот резкие движения какие-то непонятные. А, я должна была как-то чика, это такое? Да? Вот так ну вот, да, типа, аккуратненько, женственно. Да, конечно. Но, вот ну, только... Стоп, у меня есть тест. Вот тебе одна, тебе вторая салфетка. Так. Берем ручку так. И рисуем воду в этом бокале. Правильно? Вот так. Ну вот так. Ты... нарисовала воду, как типичный мужик. Чего это? Потому что по всем законам физики. Ну так же неправильно, вода же не так стоит в бокале. Ну подумаешь, чуть-чуть с физикой там ошиблась. Она думала, как женщина, ты думаешь, как мужчина. В этом твоя проблема, понимаешь? Тебе нужно стать более женственной. Спасать тебя надо, спасать. Ты согласен. За новую Таню, правильно? Да. Чувствуешь, как ты обновилась? Ох, прям женственнее стало сразу. Сразу. Это восьмая неделя проекта Perfect, и я продолжаю делать все возможное для того, чтобы стать идеальной. Но оказалось, для этого мало похудеть, заняться спортом, бросить курить или сменить имидж. Несмотря на длинные волосы, платье и помаду, я остаюсь пацанкой. Развить в себе женственность и стать настоящей леди – вот этим я и займусь в ближайшие 7 дней. Пройду курс молодой обольстительницы. Я хочу тебя. Узнаю, как накачать женские мышцы вот там. Там у тебя там. Ну, в самом главном месте. Там, где изюминка твоя. Вот такое маленькое, но волшебное вагинальное яичко. И получу мастер-класс, как ходить на каблуках у группы «Казаки». Бедра, 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 бедра. Вот так ты должна ходить. И, о боже, прямо сейчас решусь на смену пола.